они первенькие. Красавцы. Ах, какие хорошенькие. Слушайте, просто прелесть. Иди сюда. Ой, шляпа сломалась. Вот так растут боровики. Еще бы выковырить. Блин, они сросшиеся. Ну-ка, идите сюда. Все поломано. Вот так растут боровики. Вот покажу вам самый верный способ находить грибы. Видите срезанный гриб? И смотрите вокруг. И тут же вам попадается еще один. То есть как люди собирают? Увидели гриб? Сорвали, дальше побежали. А вокруг посмотреть не хотим. А тут вот такая красота стоит. Вот самый рабочий способ. Есть резанный гриб, значит, надо остановиться и посмотреть рядышком. А вот и он. Вот такая малепусенька. Посмотрите, какие маленькие. Карапузики. Карапузики. Вот опять резанный. И тут же растет свеженький. О, какой толстенький. Боже, какой-то огромный-то. Вот это да. Где твоя нога кончается? Вот такая кривуля. Весь чистенький. Делаем еще один шаг. А вот и следующий. Ой. Да ты с маленьким братиком. Вот такая красота. Вот еще один. Как же вы плотно там сидите. Вот такой. И наконец-то все грибы чистые. Прелесть. Так, а тут, по-моему, что-то вообще эксклюзив. Ну-ка, покажись. Ох, как тебя палочками-то придавило. Ох. Вот это боровик так боровик. Грязненький немножко. Кто-то шел и все раздавил в хлам. Жалко. И все-таки все грибы больше любят жить почему-то у дорожки. Вот дорожка. И вот они по краешку растут. Красавцы. Хороший. Ох, как глубоко ты сидишь. Шапка сломалась. Грибы чистейшие. Просто красавцы.
Их стало попадать все больше и больше. Раз. Два. Обалденный гриб. Это раз. А вот это красавец. Ай, красавец. А мама Света? Что, сынка Димка? Ой, какие хорошенькие. Чуть не наступила на такую красоту. Сейчас бы тетка Светка все раздавила. Ах, вы моя хорошая. Да вы еще и двойняшки. Господи, какие ж вы красивые. Прелесть. Просто прелесть. Немножко почистила. Посмотрите, какие чистые грибы. Вот даже намека нет на черветочинку. Просто прелесть. Все бегом в лес. Какое же удовольствие вас находить. Красавчики. Ох, красивые. Нашла очень интересную парочку. Боровичок и поганочка. Ну, тебя-то мы заберем. А поганочку оставим. Вот такой. Увидела странный помет зверюшки какой-то. Потом смотрю. А тут гриб раздавленный. Перевожу глаза. А тут вот такие малипуськи. Совсем маленький. Да, гриб только начинается. Вот такие карапузики. Гриб просто потрясающий. Как же они здорово прячутся. Но все равно увидела. Что у нас тут? А тут у нас толстопузик. Вот такой толстопузик. Господи, какие же вы красивые. Вот как тут можно увидеть этот гриб? Это просто, просто ничего не увидишь. А тут их оказалось три. Раз. Так, а эти сросшиеся. Ну-ка, хрусь-хрусь. Два, три. Вот такие карапузы. Так, еще нашла. Раз. Два. И три. Ой, какие хорошие. Ну вот, ты нагулялся? Уставшая собака, уставшая. Ну давай покажем, что мы с тобой тут набрали. Вот здесь полведерка, корзинка, корзинка. И вот двухведерная корзинка.
Все. Ах, молодцы. Молодцы. Это просто какое-то безобразие. Раз. Два. Три. Четыре. Все маленькие. Вот такой урожай сегодня мы собрали всей семьей. Уставшие, но довольные. Еще здесь много-много маховичков. Маленькие, чистенькие. Боровик просто потрясающий. Просто чистый. Маленький, хорошенький. Я просто в счастье. Это просто какой-то праздник. Класс. Ну вот грибочки доехали до дома. Теперь предстоит самое интересное. Это все переработать. Ну для чего ж красивые. Обалденные грибы. Так что, питерцы, дуйте все в лес. Гриб только пошел. Это все, это последний слой. Больше такой красоты в этом году не будет. Все бегом в лес. Прелесть. Я всем желаю удачной тихой охоты. А я приступаю к самому интересному занятию на всю ночь. Всем пока-пока!